Здравствуйте, меня зовут Луиза. Представьте, пожалуйста. Ой, ты же куда-то мне сказала, я в микрофон же говорю. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Вячеслав. Я хотела бы задать вам вопрос. Вот представьте ситуацию. Вы попали на один день в женское тело. Что вы будете делать? Какие ваши действия? Ну, в первую очередь я, наверное, буду плакать. Можете не спрашивать, почему. Я же, ну, женщина. Это бесполезно объяснять. В вторую очередь я отдам свои водительские права обратно. Ну ладно, это шутка. Я это сделаю в первую очередь, я дам права сначала, а потом буду плакать. Спасибо. Следующий вопрос. Всем известно, что женщины делятся между собой многим, также в частности вещами. Бывает ли такое, что мужчины делятся своими вещами? Был ли у вас такой опыт? Ну, материальными вещами или какими-то духовными? Женщинами? Ну, обычными вещами, футболка, джинсы. Было, но очень давно, я был маленький и небрезгливый, а сейчас я стал постарше, и болезни стало побольше, я не занимаюсь такими вещами больше. Хорошо, спасибо. А как вы считаете, правильно ли утверждение того, что женщина должна сидеть дома с детьми и готовить еду, а мужчина должен работать, если женщина может выполнять мужскую работу так же, как и мужчина женскую? Есть ли у вас примеры из жизни какие-нибудь? Ну, примеров нету точно, но если женщина сидит дома с ребенком, это нормально, я считаю. Ну, как бы первые 3 года это так, тем более нормально. Ну, я не вижу ничего в этом такого. Если она будет работать, либо мужчина будет сидеть с ребенком, либо женщина, ну, не важно. Главное, чтобы, ну, у них было взаимопонимание. Ну, а была бы ли, вы считали бы, что плохо тот факт, что, допустим, вы сидите дома с детьми, а ваша женщина работает. Вас бы это не смущало? Ну, лично меня бы немножко смущало, конечно. Ну, потому что, ну, я так воспитан, мне так родители воспитывали. А, ну, если... Это же все предрассудки, как бы тенденции. Если сейчас станет модно то, что женщина должна работать, а мужчина сидит с детьми, все будут так и делать. Мы ж такие люди, что... Все, да, модные. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста.